Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Приехали в лес за грибами. Но тут, походу, только поганки. Больше ничего нет. Вот поганки выросли. Грибов нет. Обошли все. И бобры. И Леша говорит, бобры еще есть. Вот здесь живут. И комары гудят. Увидела ящерицу. Греется на солнышке. Ой, побежала. Побежала. Убежала. Вот такая травища в лесу. Птички поют. А мы ищем грибы. А их тут и нету нынче. Нету. Марин корень называется у нас этот цветочек. Идем еще. Здесь ничего нет. О, какой нашли какой-то свинушок это. Вот такой грибочек. Сейчас посмотрим, червивый или нет. Рядом больше ничего нет? Нет. Их вообще, вот эти свинухи, говорят, что не едят, да? Они вредные. Они говорят, вредные. Они всю химию... Но в Северном вообще продают, по-моему, их. Так в лесу хорошо. Зелень на птичке поет. О, какая травочка растет. Хвощ. Наверное, хвощ полевой. Даже лесная какая-то, смотрю, смородина. У меня что-то ягоды совсем нету. Здесь тоже лесная. Смородинка. Нет, маленькая есть. Ягодки лесной смородины. Но так мало. Еще раньше в лес ездили за смородиной. Ну кого это вот? Она миленькая, лесная. Есть зелененькая. Ягодка.
Вот нашли грузди. Кепка. Грузди. Вот. А он уже, наверное, червивый пойдет. Вот еще один, тоже большой. Что-то в нем какая-то это. Это листик такой. А, вон еще один. А, не, он вот этот вообще плохой. Набрела на такую большую осину. Такая большущая осина. Мощная. Вот лесная красная смородинка. Ты же на ней мало ягодок. Нашли черушкино гнездо. Это утки, да? Утка. Утка. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь яиц. Все в пухе. А ты ее, где она? Она улетела? А-а-а. Ну ладно, пошли дальше. О, подошли, котлован какой. Сейчас обходить будем. Пойдем дальше. Птички поют в лесу. Вот такие у нас заросли в лесу. Все. В болото. Вот такая дорога. Не асфальтированная, просто щебенистая. Лес уже зеленый. Это вырубали дорожники. Дальник. Идем до машины. Приехали на речку. Хотим спиннинг покидать. На речке он такое течение. Где пеньки торчат, там был старый мост. Какое течение, все бурлит. Теперь я под мостом.
Вот речка текет. А почему она здесь текет так, течение? Что? А, смотри, купаются. Кому-то жарко. Холодно. Вода-то вообще холодная. Под низом какие камни. Вот как вода журчит. Вид сверху, с моста. Зелено красиво все.